А российские депутаты собираются бороться с публичным бескультурьем. За крепкое словцо и шум в общественных местах предлагаются выгонять из ресторана или кинотеатра. Причем нарушители порядка, то есть чистоты речи, будут карать сами владельцы заведений. Сейчас найти управу на тех, кто на публике ведет себя шумно и неприлично, может только полиция. Однако инспекторы на каждую такую жалобу о нарушении общественного порядка не реагируют. Российский депутат Олег Михеев предлагает отрядить им в помощь самих работников ресторанов, кафе и кино. Для этого нужно внести соответствующие поправки в правила оказания услуг. И тогда ответственность за происходящее на территории заведений будет нести их администрация. Охранники смогут выгонять громких, матерящихся людей, которые мешают другим отдыхать.